С понедельника 26 марта 2018 года на Первом канале состоится премьера сериала «Тот, кто читает мысли». Сериал состоит из 16 серий и будет показываться в будние дни сразу после программы «Время». В данном видео можно ознакомиться с кратким описанием сериала. Недалеко от детского оздоровительного лагеря «Следопыт» найден убитым 15-летний школьник Леша Маратов по прозвищу «Вепрь». Романов уверен, что парень знал нападавшего. Директор лагеря Роман Кровец рассказывает следователям об устройстве, организованном им учреждения для трудных подростков с суровой дисциплиной. Романову и Филатовой многое кажется подозрительным. Дети явно что-то знают и очень неохотно идут на контакт со следствием. Ребята кого-то сильно боятся, то ли сумасшедшего лесника, живущего неподалеку, то ли местную страшную легенду черного дровосека, то ли сотрудников лагеря. В поле недалеко от коттеджного поселка найдено тело 20-летней Галины Холиной. Ее сестра-близнец Вера пропала. Почерк убийцы указывает на демона, однако Романова смущает то, что вторая девушка исчезла. Серийник никогда не похищал людей. Даниил считает, что демон действует по написанному им сценариям, где не может быть случайностей, и особенно пристально нужно обратить внимание на выбор жертв. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.